В воскресенье в Новосибирске пройдут масленичные гуляния. В зоопарке в этот день можно будет прокатиться на русской печи, а в Академгородке ради праздника улицу Ильича сделают пешеходной. Гуляния в городских парках начнутся в час дня. Горожан будут угощать блинами. Для детей и взрослых устроят традиционные игры и конкурсы. В 2 часа в Березовой роще можно будет принять участие в конкурсе на самый большой блин. Кульминацией праздника станет сжигание чучела масленицы. В Центральном парке это произойдет в 19:30, в Бугринской роще в 16:30, в Березовой роще в 17:00.